не слышала. Раздаем соседям. С меня сейчас свалятся джинсы. Держите. Так, надеюсь, так, сейчас еще чуть-чуть туда. Глаз не выколите, только себе, пожалуйста. Настя, иди. Можно решать это вопрос. Держи. Давайте, давайте. Передавайте скорее, передавайте, передавайте, передавайте. У нас 30 секунд до выхода в эфир. Я уже вспотел 30 раз. И штаны сваливаются. Все, раз, два, три, два. Телеканал, главный музыкальный канал Восточной Европы. И это торгово-развлекательный центр «Вегас Кунцево». Мы приветствуем всех вас сегодня здесь на специальном концерте, который именуется «Фри-пати». Дня рождения Муз-ТВ. Подумать только, нам 22 года. Ты понимаешь, кошки столько, например, не живут, а нам 22 года. И в преддверии большого празднования 21 октября в Кремле мы решили устроить всем вам вот такой подарок. А знаешь что? Сегодня день рождения президента Российской Федерации. Владимир Владимирович, мы вас поздравляем. А 21 октября день рождения моей мамы. Вот такие бывают совпадения. Молодец, Григорий всегда знает, как подвести, как прорекламировать не только себя, но и свою семью. А я рекламирую тебя, Настя Матвиенко, моя соведущая, красавица, очаровашка, футбистка. Ну и, конечно же, Георгий Иващенко, мой любимый сотоварищ, который на сцене всегда готов дарить вам свой позитив. Я, конечно же, хочу напомнить, что телеканал Муз-ТВ уже на протяжении 22 лет открывает дорогу молодым артистам. И это не только мастодонты музыки звучат на нашем канале, но и начинающие музыканты. Да, и сегодня мы решили вот так собрать огромных популярных артистов с большой аудиторией. Это люди интернета, которые, может быть, до этого момента не появлялись на ТВ, но Муз-ТВ дарит всем такую возможность. Не только Филипп Киркоров, Николай Басков у нас в эфире, но и популярные люди, которых обожаете, любите вы, современное поколение. А мы, кстати, за годы работы создали огромную семью, огромную команду. И вы можете тоже создать вокруг себя большую семью. Вот Настя моя телевизионная жена, а я ее муж. И главное, что ваша семья должна быть больше. И Минздрав утверждает, что с семьей вы сильнее. И это правда. Я думаю, самое время объявить наших первых артистов, которые выйдут на эту сцену и откроют Фри-пати Муз-ТВ. Да, это мировые звезды! Встречайте Swanky Tune! На сцене! Привет, Пасхал! Привет, Вегас! Ну что, Swanky Tune здесь, мы начинаем! When you get on the plane to see now, when you remember all the danger we came from. The nations understand the toil of expectations in your mind.
Thank you.